Дом купца Богданова выставлен на продажу. Год назад, после нескольких неудачных торгов, памятник архитектуры продали за рубль хабаровскому предпринимателю. Условия, которые выставили городские власти, обязательная реставрация дома купца. Почему его снова продают, выяснила Ксения Брониславская. Загородный дом купца Сергея Богданова находится на территории детского санатория «Амурский». Особняку больше 120 лет. Он является единственным памятником в Хабаровске в стиле неоклассицизма. После революции здание национализировали. Здесь был дом отдыха, страховая касса и туберкулезный диспансер. В 90-е здание пришло в упадок. Денег на реставрацию у администрации не нашлось. Дом с историей выставили на продажу. Год назад старинный особняк купил хабаровский предприниматель. Земля обошлась ему в 5 миллионов рублей, здание – в 1 рубль. Только за такую цену нашелся покупатель. Теперь в интернете появилось новое объявление о продаже памятника архитектуры. За год цена выросла и составляет уже 6 миллионов 300 тысяч рублей. Собственник особняка подтвердил, что пытается аварийное здание перепродать. Были планы превратить бывшее купеческое имение в дом торжеств, проводить там свадьбы. Но оказалось слишком много подводных камней. Да, там много чего нужно сделать. Проект аварийных работ, просто проект. Выполнять должны только организации, имеющие лицензии. А они как бы такие товарищи, монополисты, и цену нереально называют. То есть вот так вот для примера, чтобы просто я смог приступить к реставрации, документов мне насчитали на 2,5 миллиона рублей. При продаже особняка администрация выдвинула условия – восстановить здание, сохранив прежний облик. На реставрацию отводилось 3 года, но уже в этом предприниматель должен был предоставить хотя бы проект аварийных работ. Ни проекта, ни самих работ не ведется. Будем инициировать исковое заявление в суд о том, чтобы он исполнял эти условия. В случае, если он не будет их исполнять, то у него ему грозит штраф. А штраф у нас в размере стоимости покупки. То есть в районе 5 миллионов, если он сейчас не активизируется и не сделает то, что надо. Нынешний собственник не отрицает, что условия не выполнил, но настаивает, что они трудновыполнимы. Если до сентября на дом купца Богданова так и не найдутся новые покупатели, Максим Слободенюк вернется к планам по восстановлению памятника архитектуры. Ксения Брониславская, Илья Васильев, телеканал «Губерния».